это движение называется бабочка. Давайте я покажу, как оно делается. Итак, бабочка, друзья мои, как же сделать бабочку? Давайте поаплодируем нашим участникам, поддержим их. Это очень весело, это очень дружно. Крутим по одной руке, молодцы. Начинаем. Это против часовой стрелки. Это против часовой стрелки получается. Отлично. Теперь мы берем тумбочку. Начинаем крутить по часовой стрелке. О как. А это наоборот, по часовой стрелке. Теперь мы берем вот руки. Отлично. Друзья, вам хорошо получается, да? Поаплодируйте. Попробуйте еще раз, да. Девчонки, руки крепче, крепче руки. Все с руками, так как немало слушали. Это очень похоже на пропеллер. То есть правую руку и просто крутим, да. Очень здорово. И опять наступает. О, замечательное колесо пропеллер, да. Девчонки, у вас хорошо получается. Сколько желающих. Потому что совсем скоро, через несколько минут, мы будем объявлять победителей нашего конкурса снежных котов. Две ручки рядышком, мы делаем колесо. Молодцы, давайте поаплодируем. Еще раз попробуем сделать колесо. Итак, колесо. Так, отлично, отлично. Братья, запомните, Филипп подает большие надежды. Вся Москва горит, вся Москва сияет. Считается у вас, здорово. Дедушка вас тоже с собой заберет сегодня. А голи у нас не получается, говорит, две штучки, да? Только по одной получается.